Всем привет! На повестке дня обзор платформы HumaCoin. HumaCoin.net – официальный сайт проекта. HumaCoin – это платформа, которая предназначена для того, чтобы изменить рынок пожертвований и благотворительности в целом. Благодаря тому, что он связывает три рынка в единое целое – это электронная коммерция, благотворительность и криптоиндустрия. На продажу будет выставлено фиксированное количество токенов HumaCoin. Эти средства пойдут на создание P2P-платформы HumaCoin. Также будет создана международная сеть, которая будет поддерживать этот проект. Это потребует развития партнерской сети и запуска PR-кемпинга. По окончании продажи все токены будут перечислены на криптовалютные биржи. После завершения продажи платформа начнет принимать заявки и собирать средства для благотворительных организаций. Доноры смогут выбирать проекты. Доноры — это инвесторы, да, своеобразные, которые они могут фиксировать. Общая эмиссия токенов, как мы видим на сайте проекта, это 600 миллиардов токенов. Так. Для продажи на выставлено на 3.55. Стоимость одного токена 1 цент долларов США. Минимальная сумма инвестиций на 0.1 эфириум. Предпродажа до 15 августа. Основной токен сейл пройдет будет проходить с 15 сентября до, соответственно, я думаю, что здесь отпечатка с 15 августа до 1 ноября. Софткап проекта 6 миллионов, хард 26. Как мы видим, собрано 3 миллиона до софткапа. Еще столько же, но как бы все только начинается, поэтому, думаю, проблем не возникнет. Так, проект интересный, перспективные своего рода, на рынок ниша не занята. Это в первой сфере проект электронной коммерции, который может изменить принципы работы в программе лояльности. Вместо конкуренции с существующими моделями платформа будет фактически строить партнерские связи.